Снова всем хай, отвечает WJ Play. На повестке дня третья серия прохождения за Альбиончик Civilization 3 Warhammer. Пока у нас все шло мирно. Опять-таки, на удивление, раньше как-то активнее компьютер себя вел. Что я вообще думаю сейчас по нашей ситуации? Я думаю, нам нужно немножко хотя бы пикинеров обновить вот в этих городах, которые являются приграничными к оркам. И можно, в общем-то, воевать. В остальных городах все там подтянется. Я надеюсь. Ну, давай. Так, собираем тут наемнышей. Также копим золото, хоть потихонечку, возможно, будем там обновляться. Блин, на хайвендеров, хотя... Ага, получается, у нас хайвендеры нифига ни разу не обновляются даже до пеших рыцарей, да? Блин. Ну да ладно. Нежить требует вайнс. Окей, подавись, у нас один вайнс есть. Так, Футкнайт тоже готов. Я думаю, тут даже к оркам бы дорогу даже особо не строил, поскольку... Ну, им будет проще к нам добраться. Я им буду войну объявлять так словесно, чтобы они сразу на нас перли, об нас разбились нафиг, да и все. На том. Так, что еще? Работяг, я думаю, сколько у нас здесь? 3. Давай 4, чтобы было 4. Так, вас тут сколько? 2. Ну, давай чапай в столицу, допустим. Так, и вот он такой вот классический новый пикинер. Не классический, но новый. Так, так, да, в этом городе оставим сразу же. Что тут? Футнайт. Футнайт. Тут давай одного влепим. Катапульты коллекционируем, собираем. Так или иначе, будем прорываться с ними. Так, а работяг там дофига. Угу. Континентик тут тоже немалёхонький, однако. Хаоситов. Так, пикмен еще один готов. Шикарно. Следовательно, тогда берем спирменов нафиг. И знаешь что, отправляем их, наверное, на... самоуничтожение где-то там, чтобы их ресурсы, в общем-то, пригодились на постройку. Так. Так, этот город будет у нас такой, не то что тыльный, но крайний будет защищен ближний к оркам. Там, где могут там высадиться или что-то в таком духе. Так, катапульт. Ну, катапульт, я так понимаю, мало. Вот там 5 штук, это все фигня. Надо с десяток. Тут ставим еще одну шахту и забьем, поскольку все равно толку с этого ноль. Если даже не берут с горы. Так, ладно. Угу. На всякий случай ты нужно тоже так прикрыть. Так, тут тоже какой-то островочек. Тогда, значит, этот корабль до сюда доплывет, а этой лодочкой я уже давай вниз буду малёха перемещаться.
Пикмен, да? Да. Построился рыночек. И давай футменов. Ну, не футменов, футнайтов. Marketplace опять зафигашен. Давай тогда Wizard Guild. Тут чё? Тыла давай разместим. Фаербласты. Всё, шахта сделана. Тут дофига рабочих. Парочку в столицу отправить не помешает. Чё ещё? Тут трое, да? Вроде бы то, что там один где-то бежал, да, вот он. Ну, тогда знаешь, что еще вот здесь, наверное, парочку оставим. На вот эти все три пойдет. Пикмен. Еще одного пикмена я бы давай отправим их. Ну, давай сюда. Да, даже на один ход немножко что-то там ускоряем. Ну подожди, тут у нас есть какой-то один работяга, да, не ходивший. А ну-ка. Не, по-прежнему мы там. Возможно, даже Альбиону посадка леса нифига недоступна. Но это точно альфам. Возможно сделать, но видать необычным. Так, ах вы твари, ах вы хороши твари, блин. Обогнали нас. Коты. Ну так, что тут еще дает холлов? Давай вот этот построим. Вот эту штуку, которая коррупция там уменьшает, в общем-то, и военная усталость. Мы тут скоро собираемся воевать. Тихо. Мне надо наемныша забрать. И они требуют Вайнес. Давись, тварь. Пикмен, камон. Мировые лидеры борзеют. А с орками у нас, по идее, кстати, еще и торговля идет. А еще мы могем, по идее, хотя подожди, у нас какое золото уже накопилось, да-да-да-да-да. Тогда давай сейчас свордменов все-таки. О, а свордменов можно лучше от Фортнайта, да, вот, блин. А, ну там это все дорого стоит, вот оно что. Понял, блин. Так, где-то там еще был свордмен. Не, он уже улучшен до Хайлендера. Надо еще где-то здесь сейчас подрубить один город, наверное, этот. Или какой там. Чтобы мы могли сейчас... так. Ну, пускай доделает этого рыцаря. И будем сейчас тоже тут пикинеров фигашить, чтобы заменить тылах тоже. А тут еще футнайт тоже будет делаться. Потому все окей, особо ничего не потеряем. Так, ну, свордменов получается я, блин, переулучшил, что ли. Не в ту степь, малёха, да? Сворд, во, есть свордмены. Сколько, блин, 45 аж. Идь. Thank you.
Пикмен, да. Хотя нет, Пикмена тут и строить не особо-то и хочу. Но, в принципе, давай. Быстрее улучшимся. Давай фармацевтику тоже разовьем, чтобы проще было бороться с болячками. Тут тоже есть Свордмен, давай. Так, что, получается, мир разведан, да? Ну-ка, куда-то там еще отплыв-выплыв есть? Не, все. Следовательно, эти кораблики... Давай, в принципе, доплывем. Отсюда вот так, что у нас здесь? Пикмен. Пришел. Или подожди, Спирмен. Давай его отправим все-таки сюда. Тут пока войск предостаточно, чтобы там нам не бояться. Так, далее, давай поставим еще одного сюда. Все, добро. Отказываемся от этих удочек, это нам сэкономит. Золото, так. Вам. Да не. Пускай лучше накопится немного золота. А то у нас улучшалочки стоят достаточно много. О-о-о-о-о-о. Движуха пошла. Орки решили сами с нами повоевать, да? Но я не против. В принципе, готовы. Найт, да, пускай делается. Я думаю, сейчас мы будем их жахать. Так, орки. Они объявили нам войну. Хорошо. Вперед. Так, а еще можно сейчас... Блин, не хочется же никем выходить. Давай, наверное, фаерболом его добьем. Фаербластом, точнее. Так, еще пикинерчика давай сюда. Так, тут... Там, где произвели, сами ставим. В общем, пошла движуха, да? Сейчас будем терпеть.
потерпать. И они, главное, идут на этот город, да? Ну, тут, в принципе, все окей. Ну, усталость от войны будет у нас меньше. И военную академию давай сюда бахать, столицу тоже. Тут сделался и рынок. Так. Что у нас там по пикинерам? Плюс 5 ходов. Давай, тут будем бахать пикинеров. Свордмен, да? Катапульта походила. У нас еще есть катапульта. Давай пользоваться. Вот так вот катапульта и работает. Их нужно больше. На, тварь. Вот так вот. Теперь у нас есть кто? У нас есть, в принципе, хайвандеры. Можно ими выдвигаться и давать жару. Ну? Ну? Какого хрена? Отлично. Так, тут... Ага, еще бригада есть, следовательно. Нападаем. Так, тут у нас тоже такая бригадка. Выдвинулась, блин. Хантер, мерсенеры, спирмены. Да, ну, в принципе, окей, давай хайвандерами тоже нападаем. Охренеть же. Нормально. Пока раскидываем. Что еще у нас есть? Так, ну у нас есть, в общем-то, вот эти вот рыцари. Давай. С двуручниками. Вот так вот. Ну ничего, раскидываем. Остались одни лучники, пускай теперь попробуют, блин, нам. Сейчас, в общем-то, орки нас, по сути, разобьются. Должны бы. О, хотят построить... А, подожди, Magic College. А мы могем? Magic College бахнуть. А мы не могем. Так, а ну-ка зарядим. Ну и продолжаем ту же тему.
Так, тут у нас что, такой рыцарь... Не, он тут у нас и был, пускай стоит. И тут. Пока тоже отдыхай. Лечись. Хайлендер ветеран. Так, а тут что за... Ну, такие нехилые орки. Ну, давай. Сак. Не, нормально, да. Отваливаются. Ты отдыхаешь. Ты тоже отдыхаешь. Отдыхаешь. Что у нас есть еще? В принципе, есть. Рыцарь, давай. Вот так вот. Вот еще идут. Орки, ну, в принципе, терпимо. Тут остаются у нас, между прочим, лучники. Я даже не знаю. Может взять вот этих вот копейщиков, да. Да копейщики против лучников не очень. Ну, пускай. Им еще нужно походить. Куда-то стать. Да-да-да-да, копейщиков. Фигашим, фигашим. О, они сгруппировались. Сейчас кого-то даже будем сбривать. И Хайлендер, в общем-то, излечился. Давай. А мы там еще и, блин, получается... Ага. Ну окей, на самом-то деле норм. Так, тут что? И кто? Орки. Регулярные прутся, да? Давай еще сюда копейщика отправим. Тут может сейчас бригада тоже высадится из пары человек, потому я, наверное, сейчас... Так, там пикмен есть. Давай отправлю копейщика в столицу. Фаербласт. Не, фаербласт я пока приберегу. Кстати, у нас их, кстати, два. Слушай, давай бомбить. Отлично. Не доплыли, отлично. Вот затем они и нужны. Чтобы не давать... кораблям подбираться к нам ближе. Так, что здесь? Тут нужно проводить атаку, сносить вот этих арчеров несчастных. Так, катапульта. Катапульта отстреляла. Хайлендеры вылечились. Вперед, хайлендеры. Ну? Ну? Есть, передавил. Хорошо. Так, знаешь что, я, наверное, вот этих вот копейщиков сейчас отправлю, пускай они тут работают. Угу. Так, а еще можно копейщиков отправить сюда, на прикрытие. Да, и на самом-то деле тоже бригаду Хайлендеров отправим. Заберем потом, если что, назад. Пускай орки разбиваются, потом мы пойдем
Давать ответочку. Жаль, блин, нет. У нас каких-то там фаербластов тут. Так, а чё? Чё у нас тут в плане копейщиков? Копейщика вообще нифига нет. Давай одного отправим сюда. Тут сколько их? Я не знаю. Наверное, ж не убивает. Это пута, ну пускай он там помучается. Так, а катапульту я могу вообще перевести? Могу, да? Оп, да, за один ход, шикарно. Восемь катапульт, неплохо. Главное их врагу не отдать, чтобы он потом по нам не пулял. Хотя они вроде бы развариваются, или же захватываются, не помню. Так, ну у нас кое-сколько там по золоту продвинулось, да, ну-ка. Ну, сейчас смысла нет, поскольку не ускоряется наука. Так, дипломатия изучена. О, мы перешли в следующую эпоху. Неплохо. Чё мы вообще могём? Ну, тут пока как катапульты мы фигашим. Крепость здесь сделалась так. Давай-ка, знаешь что, копейщики там как у нас? Давай ускоряться. Так пускай будет. О, орки подошли. Стоп. Бомбим нафиг и сносим. Поскольку вот... Ух ты, это что? Automate бомбард. Прикольно. Ну ладно, я сам постреляю уже. Ой, как хорошо. Этот чувак у нас петляет. По сути, мы сейчас кого-то будем выводить, просто добивать этого орка. Вот так вот. Так, а ну-ка, что там по... Да, его можно якобы улучшить, но это стоит золота, нам проще построить новых. Так, давай-ка сюда. Что еще? Еще один пикинер сделался. Тут у нас что? Тут пикинеров нет, давай сюда. Надо хотя бы, чтобы по одному у нас было нормальных пикинеров везде. Давай в столицу одного. Ящик пока здесь побудет. Так, Хайлендер. Хайлендер идет дорабатывать. Так, второй Хайлендер просто подойдет прикрыть. Ну и... В общем, атака орков первая отбита. А ну, не хотят ли с нами поговорить? Не.
Будут пытаться там что-то. Не, пытаю, разворот-поворот сделали, но это пофиг. Nature Lore, да? Во. Да-да-да-да, сейчас мы изучаем Nature Lore, это нам открывает какую-то природу. Это, скорее всего, нам что-то еще откроют в плане там юнитов, скорее всего. Так, пикинеров делаем дальше. Пикинеров делаем дальше. Делаем дальше. Так, катапульту переводим. Далее уже идут их 9 будет, да? Давай, Fortifuel. Возвращаются пацаны. Вывозки next. Движуха. Так, еще одного отправляем пикинера сюда. Ну, у нас уже более-менее, кстати, по пикинерчикам. Тут еще один Fortnite, следовательно, давай-ка отправим его в столицу. Что тут? Можно одного бахнуть. Да, ускорили даже ход, шикински. О, и можно, да-да-да, вкинуть золото. Прогресс, так, а ну-ка минус. Да, сразу 5 ходов, конечно. Must have. Ничего, все равно прирост остается. Это скорее всего, гильдия алхимиков. Разработалось. Так, опять пытаются говняки тут пройти. У нас, кстати, таких долгостроев я что-то не наблюдаем. Ну, разве что вот военная академия. Бомбежка продолжается. Метка. Ну, следовательно, чем и кого мы там можем взять? Ну, допустим, ветеранчика. Горца. Уработано. И еще берем одного. Такого более-менее целого. Элитника брать бы не хотелось. Давай возьмем наемника. Пикмен, да, обновляемся далее. Подошли дозвончики. Мелкие. Так, пикинёры дальше продолжают клепаться, вперед сюда. Везде надо по два таких передовых пикинёрчика втулить. И потом перейдем на постройку. О, мирный договор хотят. Мои вы, блин, зеленокожие друзья. Чуваки. Я захочу, блин, что-нибудь взамен. То бишь, они, получается, сдаются по факту. Ну, я бы на самом деле их еще дожал бы. Не, сорян. Воюем дальше. Тем временем у нас обнова дальше происходит. Ну, что ты там стал?
Все-таки пруд, хорошо. Продолжаем сбривать дальше. Такое непотребство. Так, тут даже Виндмил готов. Но пока толку из этого ноль. Давай-ка им построим что-нибудь полезного сюда. Таунхолл, что ли? Ну давай Шайн, а потом Таунхолл. Чтобы у нас коррупции было меньше потом. Так. Подходите толпой, блин. Я просто не хочу сейчас выводить свои войска. Так, окей. Дальше мы фортифицируемся, ждем там либо же атаки. Но, скорее всего, он пойдет лечиться. Подводи своих мудаков кучкой. Я бы их разобрал. Так, что-то там движение произошло. Это хорошо. Тут, между прочим, тем временем один пикинер сделался. Так, тут у нас... Но все равно бомбим. Так, ну я бы орка бомбанул, наверное, еще. То, может, и нашкодничать. Отлично. Слушай, да давай, наверное, его добивать уже, фиг бы с ним. А то так они будут лечиться постоянно. Ой, как хорошо. Еще катапульточки есть. Ой, молодцы вообще, еще даже одна осталась. Так, и у нас еще есть Хайлендер, одного его уже, естественно, добивать, орка. И также вывожу еще... Несколько, да даже возьму охотника. Чисто прикрывать. Оп, отлично, подранил. Ну, рыцарь, давай. Зараза. Так, еще тут пикинеров уже, блин. О, тут строить не стоит. Давай, тут городской холл. Еще. Фаербласты, видать, ставлю сюда, чтобы защищаться от этих мудозвонов. И, чувак, куда ты убегаешь, мудила лесная? И мы тебя будем, блин, догонять. Не. Так, одного я, в принципе, отведу, всех остальных давай назад.
Даже, наверное, в каждом городе по 3 поставлю. Пикинёра. Тылу. Так, стоп, стоп. Ты побежал у нас дальше, да? Давай сюда. Ну, давай, наверное, всех забирать. Вот этих вот отстойничков. Ускорим производство сюда. Даже отсюда можно троих спокойно забирать и не париться. Где еще копейщики здесь? В общем, все устаревшее дно отправляем на убой, на разбор, на ресурсы. Вот так вот. Так, стоять. Ты у нас отходишь. А Nature Lord, он, насколько я помню, нам, по идее, даст каких-то то ли рейнджеров, то ли что-то такое. В общем, охотники, по идее, улучшатся, ну посмотрим. Ой, да что вы говорите? Твари, все-таки достаю. Ну, дороги, дороги, да. Тем не менее. Так, еще одна огненная катапульта готова. Так, мужики. Сваливайте оттуда вы нафиг. Ну вот она, первая заварушка, чего я и ждал. Это, в сути, мне нравится. Так. Что еще? Да, давай катапульту переводим. Что здесь? Тут, я думаю, я по три тоже кинерчика оставил бы. Так, тут у нас футнайт. Пускай... О! Не, подожди, он тут, наверное, бежал, да? Так, орки прут дальше. Замечательно. Так, тут уже три сделано добро. Добренько. Далее, тут уже тоже три пускай. Тут четвертый пошел, товарищ. Сколько тут? Трое уже есть. Хорошо. Значит, отправляешься сюда. Трое, отлично, отлично. Че, орки, так, ну надо, чтобы они подошли поближе. Военная академия будет нам через каждых 32 хода давать возможность построить армию. Так, отлично, че мы можем тут вбахать? Call of Kings дает что-то там. Повышает шанс лидеров. Да, так. Quest of Townhall. Ну давай. Чудеса света тоже не помешают нам. Так, мудозвоны подошли поближе. Куда бы еще отправить? Так, тут три есть, там три есть. В столицу. Обязательно.
Так, и там еще толпища собралась орков. Сейчас будем их бить. Сколько у нас тут? 2 и 1. Ага, и тут еще оркбосс есть. Ничего. Пока они разбиваются об нас. Сейчас все тут, все получат свою долю. Я, правда, тебя бы перебил, и потом подождал бы, пока еще одна толпа подойдет. Так, тут что, всех перебили, да? Ну, добро, тогда фортифицируемся, ждем. Так. Вот, подошли орки, которых, по сути, нужно сбривать. Еще начинаем. Давай сначала эту толпу забреем. Это опасные чуваки, они, по идее, это как по ощущениям сильнее наших. Так, все, отстрелялись, да, блин, фигово. Ну, вот это серьезно. Скорили. Так, что еще? Пикинеры, да, трое, хорошо. О, еще даже буст подъехал. Отлично. Построили с помощью копейщика, в общем-то, суд. Так, что дальше? Ну, о чем мне париться? Я думаю, пускай подходят, атакуют город так, как есть. Раненые свалили, тем более сейчас будем дожимать, наверное, вот этого, который нацелился на наши виноградники. Вот и суды сделались. Так, далее. Далее можно бахнуть крепость. Так, удилка. Блин, тут если катапультами жахать можно, конечно. Брить, блин. Отлично, респект. Прикроем, все, стоим. Что далее? Так. Сюда давай копейщика. Не, давай даже сюда. Тут три есть. Тоже три. Хорошо. Значит, идем далее. Так, ты сюда идешь. Ты идешь сюда. Продолжаем бустить построечку, неплохо. И дальше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Уже 11 катапульт. Так, и даже 12. Так, я думаю, даже стоит уже переключаться нам на... Где делаются пикинеры, на что-нибудь поинтересней. Так, тут можно сделать даже тоже крепость. Было, давай. Так, тут что? Не, пикинер нам уже не нужен. Тоже можно крепость.
И тут тоже можно крепость. Пойдет. Где еще пикинеры могут делаться? Тут футнайт пускай. Пикмен, да, вот здесь что-нибудь гашится. Следовательно, надо на что-то более полезное заменить. Ну, например, таунхолл. Тут тоже пикинеры. Давай гильдию магов. Орки подранились, в общем-то, поперли лечиться. Все-таки собирать. Итак, Nature Control сделали, Creature Control теперь. Открылся и... Ну, Creature Control. Давай, Creature Control. iMagic даже изучили, обалдеть. На халяву. Столько уже из-за этой черной библиотеки мы получили, это просто неверно. Так, тут тоже надо бы крепость бахнуть. Давай, мы там уже рыцарей наклепали. Таунхолл, да? Ну, давай. И теперь идет тут целая такая рода. И улучшаться мы теперь... Во, теперь мы можем улучшаться до фаерболов. Ну, тут аж 120 золотых, да не-не-не. Спасибо, я лучше пока-то передислоцирую. Чуваков, далее, чё? Чё у нас ещё? Хайлендер, Футнайт. Давай пока Футнайт. А Хайлендер пойдёт. Тут чё у нас? Целая толпа орков, хорошо, будем их бомбить. Хайлендер еще один выдвигается. Пока сюда. В общем, пока-пока изнемождаем. Нарков, такс. О, то там что-то поперло пожестче. Мэджику вот сделали, блин. Нежить. И будет теперь фаербол каждых. 16 ходов производится. Так, тут что? Так, отлично. 3 пикинера. Тут пикинеров пока 2. Пускай будут. Тут у нас их аж 4. Ну, раз там уже аж 4 пикинера, нам, я думаю, не стоит уже и больше делать. Я бы поставил здесь даже... О, рейнджер! Рейнджер! У-у-у! Так, рейнджер, да? А учитывая, что у нас золото есть, возможно, нам можно наших охотников превратить в рейнджеров. Сейчас мы посмотрим. Так, и архидруид даже доступен. Так, а тут пока делается, пускай... Реально, в общем-то, пеший рыцарь. Так, добро, а ну-ка, хантер, хантер, хантер. Здоровье у тебя... Ну, пускай сколько там, 60, да, слушай, что-то дорого. Мне проще сделать, наверное. Рейнджеров, так... Пикинеры где-то делаются. Ну, сейчас там туда-сюда что-то построим. Начнем заменять хантеров. Каждый город по... Поставим по... По рейнджеру. Обязательно. Так, и что, начинаем вот этих вот бомбить. Будем сейчас их разносить нафиг. Со всех сторон. Подошли, блин. Хельмовать панику. Так, а тут что-то интересное. Это что такое? Нет, это все те же, да? Ну да. Так, отлично. Покоцали мы их жестко. Мы будем прессовать со всех сторон. Подмога находится довольно-таки далеко. Следовательно, где-то наших
Хайвендер, вперед. Начинаем их отправлять на фарш. Так. Не хотелось бы, конечно, элитника отправлять. Ну, давай теперь наемных будет помахать своими булавами. Ну, вот теперь ты элитник. Ну, и еще один давай. Вперед. Мужик, ты это дивизию. Отлично, уработано. Так, и вышлем все-таки одного какого-нибудь там. На всякий случай прикроем. Так, катапульта все еще клепается. 12 катапульт уже, я уже не знаю, стоит ли их дальше продолжать. Так, о, тут уже бригада, блин, серьезная. Так, давай, мужики, возвращайся, лечись. Ничего, вот их разобьем, я думаю, что-то будет поинтереснее. Так, еще, да, прибежал Хайлендер, но... Пока, постой, здесь что можно еще? Я думаю, я бы взял бы еще парочку Хайлендеров и отправил бы их сюда. Пока так, пока так. Ни хрена там их приперлось. Так, а еще же они, блин, засранцы прикрыты. Ну давай будить. Катапульты по-любому. Не, катапульты, так понимаю, нужно против орков штук 15. Не так, ну на самом деле нам нужно сейчас отправлять войска, где-то хотя бы сбить троих из этой толпы. Пока там один, как минимум один остается чувак на территории, то мы можем спокойно атаковать. Так, давай, Хайлендеры. Вперед, пацаны. Добивать. Отлично, а там останется какой-то не орк-бойз, вообще-то бригада, а вот эти вот побрякушки маленькие. Гоблинцы. Так. Для сколько их там приперлось, блин. Так, ну, надо раздалбывать вот эту вот толпу. Hey!
такое? Чего же вы так мажете, да? Жесть. Так, ну и что мы имеем? Все-таки подкоцанные, чуть здоровее, чем в прошлый раз. Ну, что делать? Надо воевать. Ну, с катапультами в ключевом городе явно поприятней бодаться, тем более против таких живучих орков. Так, что еще мы имеем здесь? Так, есть же у нас наемыши. Ну давай, блядь, что вы такие дохлые? Капец какой-то, блин. Рук-шаман. Тут гоблин-фанатик и орк-шаман остался. Ну, в общем-то, главное, мы орков сбрили. Пока сейчас будем терпеть, пускай подходят ближе. Там будем разматывать. Рыцарь, блин, давай, не шути. Так, крепость забабахали, да. Давай-ка, знаешь что, давай-ка будем здесь сделать рейнджеров. Тут футна отпускает, кип сделали, укрепились, хорошо. Так, давай будешь... Ты у нас что делать? Ну, давай, наверное, гильдию. Гильдия магов. Так, тут гильдия магов есть, все остальное, в принципе, тоже. Замок пока не особо обязателен, давай рейнджеров фигашить. Тут аналогично на гильдия магов, видать. Так, итак, эти товарищи тут собрались нас грабить, само собой. Ну, мы сейчас будем бомбить вот эту толпу. Остальные будем вручную выносить. Ну нормально, орков так полегло. Посмотрим, если их не атака будет, короче говоря, захлебываться по факту. Отлично. Все у нас тут полудохлые. Нас сюда бахнуть. Дорогу снесем. Да вроде-то и нет. Ты глянь, что-то там еще и попадаем. Давай тогда пулять. Так, отлично. Замесили. Ну, по факту мы сейчас забреем всех орков, которые последний раз нападали. Это прекрасно. Ой-ой-ой, чуть-чуть, блин, не... Как я мог, блин, раненого отправить, капец. А тут, правда, из-за дороги могут твари напасть.
Так, я тогда знаешь, что сделаю? Я тогда сейчас возьму вот одного здорового. Еще возьму одного даже лучника. Так, и Хайвендер. В общем, на прикрытие поставлю. Пускай они нападают на нас сами. Тусами. Парк, катапульт пускай еще делается. Таунхолл здесь забацали. Что еще можно? Гильдию магов, пожалуй. Итак, давай сейчас забираем всех наших обратно. Отбились, в общем, от орков, мне кажется. А если с ними сейчас погутарить? Допустим, мирный договор. О, они, о, теперь они отдают города. Сейчас мы поклацаем, возможно, они нам что-то еще дадут там. Но я у них, конечно, еще буду сейчас просить золото. Не все так просто. Какой-то городок отберем, по крайней мере, его разрушим нафиг. Хорошо, Мадилка, давай мне твоих 3-4 золотых и заход, допустим. Не, на такое они не согласны. Так, вот он, мирный договор, допустим. Забрали город. Где мы его забрали? Ну, это не здесь явно. И не здесь, да? А, вот, вот. Вот нам отдали вот это вот днище. Нафиг никому не нужно. Я этот город, естественно, покидаю. Так, и чё мы творим? Ну, на самом деле, мы сейчас что там достроим там гильдии, наверное. Мага, все такое, да, и будем строить дальше войска. Наверное, надо уже как-то на гигантов переходить. Хотя на самом-то деле сейчас именно время для атаки. Потому, наверное, давай. Давай сейчас что? Давай сейчас берем орков. И объявляем Вим войну опять. Пускай они двигают на нас снова. Как бы там жизнь Марина не казалась. Видите, силы есть все равно. Пускай разбиваются. Так, Hall of Kings забабахали. Так, что далее? Witch Hunt. Что-то Witch Hunt меня не вдохновляет, нифига. Ну, тут все остальное мне по факту-то не особо-то и надо. Давай сюда поставим Бривари, а потом что? Потом, наверное, будем... Перейдем на гигантов, я бы уже склепал бы их. Хотя посмотрим, там Creature Control на подходе. Что-то я так провтыкал. Ну, город на холме, да, со стенами, чего они хотят? Блин, прорвёшься. Угу. Ну, оргбосс есть, блин. Надо продолжать дальше. Заниматься вот этим вот прекрасным делом, поливанием, в общем-то, глыбами с огнем. Давай.
кто бы сейчас убила вся толпа, била бы просто всех тех, кто закрывал бы катапульты. Капец, ну блин, на карту если посмотришь, красным, блин, сколько покрыто всего. Бишь, хаос дает жар. Я, кстати, думаю, нам нужно вот выжимать этот континент по факту, да, и дальше вот прессовать орка вот здесь, мне кажется. Забирать эти два континента, тогда у нас будет, ну, что-то такое преимущество явно, хотя, ну, может быть, даже я сейчас его затягиваю. Ну, по крайней мере, битву с орками выдержим, хотя по ощущениям эта битва ничем не отличается от битвы там, на сложности без Слэйр предыдущим. Норм. Так, побили их более-менее. Хайвендеры на у нас приумножились. Эй! Отлично, молодец. Следующий. Так, а тут у нас орки всякие, шаманы. Ну, на самом-то деле, пускай они делают следующий ход, я их буду потом еще бомбить. О, появился герой. Что это значит? Герой делает нас лидера, который нам позволяет сделать армию. Ну, армию, видать, приберегу, чтобы потом туда каких-то таких топовых юнитов запихнуть. Так, вот на, нет, это герой один. Hero One. Я так обычно называю. У-у-у, ты глянь, сколько их. Вот это бы я пошел воевать. Гигант, давай, делай. Делай гигантиков. Так, рейнджеров что-то ж... Теперь можно ждать только через 10 ходов, да? Ну ладно. Так, еще рейнджер добро. Кемри объявили войну против орков. Хорошо, нежить мне поможет. Я не против. Так, Ант, давай, давай рейнджера бахнем сюда. Еще одному рейнджеру давай теперь дальше. Так, тут пока катапульта подождет. На нас прет вот этот вот засранец. Надо пугнуть. А ты посмотри, блин. Пойдет. Отлично. Давай доковыряем этих, потом будем разбираться с этим пацаном. Так, нет, 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 фаербласт пока подождет. Хайлендер. Ну давай. Эй, 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 эй! Копейщики гребаные. Давай. Вы же, блин, горцы, алло. Да ты посмотри. Угу.
Ну, вот этот чувак может сделать армию. Ну, давай ты ее сделаешь, только пока мы ее занимать не будем. Блин, еще раненым победил. Да. Так, ну тогда погоди. Стоит подсобить из этого города. Так, по идее, вот тот чувак... Блин, я опять бригада из трех орков. Обалдеть. Гильдия сделалась, добро. Так, ну по факту, что, самое полезное сделано. Давай теперь пипать гигантов. Что мы далее имеем? Толпу из орков. Давай их теперь будем... аннигилировать. Так, а еще давай. Так, это классно, но надо выходить биться. Итак, хайлендеры есть, в принципе, элитники. Давай. Так, все. Дальше лечимся. Надо, блин, как-то их уже передавливать. Что-то мне это все надоедает. Но нам нужно хотя бы поставить сейчас постоянный конвейер на производство. Так, еще, я думаю, фаербласт нужно куда-то добахнуть. Стоп. Тут у нас еще всякая дребедень подошла. Больше бомбить не могу. Так, рейнджер. Давай охотника тогда уничтожаем, да, и за счет него еще и строим. Быстрее. В общем-то, тут. Могут, блин, эти орки задавать вот этими вот мелкими какашками. Так, Казаранкор, Сингит, Военный Союз против... В чем-то еще и гномы присоединились против орков. Ну, что-то это не особо помогает. Все равно они постоянно на нас прут. Так, что мы еще магиум? Давай сделаем еще тут гильдию магов. Так, окей, мы тут уже рыцари наклепали. Может, тут что-то еще можно полезного
Да нет. Слишком много. Так, городской холл есть. Библиотечку бы тут. Да, давай библиотечку. Опа, education. Обеспечила нам библиотека черная, шикарно. Пруд, пруд, блин, вот такие вот они орки, пруд и пруд. Так, там всякие фанатики мелкие, надо, тут орк бойс. Плотные застранцы, блин, на них сливаем много снарядов. Сколько тут катапульт? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Ну и достаточно. Шестнадцатая там. Я думаю, раз там дальше прут фанатики, хотя, блин, не знаю, тут дорога доступна, блин, не дай бог там они еще подошлют что-нибудь. Могут разместить нам просто войска, что не хотелось бы. Так, по одному, то бишь сейчас уже смысла там пулять нет особого. Так, ну так же, блин, хочется завалить вот эту вот хрень. Давай, короче. Отсылаем бригаду. Берем даже охотника, пускай будет там помогать. Да и элитного пускай. Парочку даже элитных хайвандеров туда же. Остальные укрепляются. Те ребята отбиваются. Кто выживет, в общем-то, будет защищать город дальше. Вайнс! Бери свой Вайнс и отвали нафиг. Не мешай нам. Так, вот там орки дальше приперлись. Сразу же добычу увидели. В общем, сейчас еще разместят наших. Ты смотри, какая тварь, блин. Да, блин, ты смотри, стоит что-то только вот вылезти, сразу разваливает. Так вот. Валим в город. Ну, кое-кто да и выжил, на самом деле. Так, Орк Бойс. Сразу пару бригад. Один даже элитником станется, сранец. Нам нужно уже, наверное, клепать гигантов, поскольку мы плотных этих хряков их не можем нормально пробивать. Давай, первые гигантики, погнали. Что тут? Ну, будем сейчас эту бригаду тоже месить. По барабану абсолютно. Это пульт полно, должны работать. Thank you.
Так, тут все подранки, окей. Фортифицируемся, наносим, я думаю, последний удар. Так. Там, давай, элитниками, может быть, еще лидеров каких выберем. Или там, ну, в смысле, героями станем тоже. Так. Давай ты. Так, что дали? Тут у нас идут парочку оргбойзов, да? Давай тогда вот этими сейчас вырвемся. Так, ну пока так вот. Ага, что еще можно сделать? Ну, на самом деле, там лучик, наверное, ни к чему. Давай, следующий ход. Забираем нашу бригаду. Что тут у нас? Ну так, ничего интересного. Elite Foot Knight, давай сюда. Ну, сейчас мы изучим, кстати, Creature Control. Уже бы хотелось бы посмотреть, что нам дается. Итак, в общем, Кемри опять потянул союз, в союз амазонок против орков. Жесть, в общем-то, против воевать против нежди хреново, весь мир против тебя. Настроит Aerial Combat, да? Но я бы изучил инжиниринг, потому что это нам даст вот эти штуки, которые ускоряют еще производство. Рейнджер, добро. Так, а что нам открылось, допустим? Гиганты, рейнджеры. Так, это у нас кто? Фэнбист. Какая-то хрень непонятная. 9,6 урон. Передвигается что-то там даже быстро. Быстро, между прочим, перемещается по болотам. Короче, какой-то болотный голем. Болотная тварь. А, ну, гигант делается 19 ходов, это делается. Ну, да, тут, конечно, урон побольше. Монтов. О, вот это вот надо сейчас срочно забирать. Так, что у нас тут? Гигант делается, да? Не, ну гигант нам не ускорит это все. Через 13 ходов построим гору, в общем-то, пауков. Пауки-то тоже халявные войска, они очень будут помогать нам воевать. Так, рейнджер. Тут рейнджер есть. Давай, знаешь что, рейнджер еще пошлем сюда. Так. Ну, давай, проведем уже последнюю атаку. Так, гигант, ты же не добегишь, да? Пока побуду здесь. Блин, война с орками затягивается. Хотя их и ослабляют, казалось бы, возможно, другие, но они там, наверное, изредка там им что-то присылают. Отбивали бы хотя бы здесь, что ли, то не знаю. Хотя орки наоборот, наверное, здесь амазонок напрягают. Так, ладно. Что я бы тут без катапульт делал, я не знаю. Орки, наверное, уже меня запрессовали бы. Так, ну давай. У них уже тролли появились. Твою-то дивизию, блин, это печаль. Хотя якобы урон у наших гигантов круче. Ну, честно, подостраиваться что можно. В общем, надо переходить на... Не знаю, на... Вот на этом, наверное, да. Надо на гигантов пойти. Надо и атаковать уже орков, положено. Я что-то боюсь вот на этом управлять под защитой наши войска, поскольку размесят, блин, захватят катапульты, это будет не очень.
Так, все, да? Хайлендер, блин. Ты еще умудрился сдохнуть. И все прун, да? Ага, вот и тролль. Вот и тролль, вот и орк. Ну, этих можно месить спокойно. Я, наверное, что сейчас сделаю. Первая очередная, естественно, тролля надо... Сносить нафиг. Сейчас забреем вот это все еще рядом. Отлично. То, что доктор прописал. Итак, что мы делаем сейчас? Так, пошел нафиг. Ну, по сути, да. Отбились, разместились, окей. Война затягивается, блин, надо переходить на производство гигантов, иначе там, я не знаю, что будет. В общем, продолжим прессовать орков дальше, тем более тут весь мир против них сговорился. Надеюсь, это их поможет в один момент ослабить, по крайней мере, и мы начнем их прессовать. Но пока что-то прут и прут и прут. Это капец какой-то. Ну, еще надо прорываться. Продолжим заниматься этим в следующей серии. Это бы у нас немножко даже затянулось. Ну а тем временем с вами был канал WJ Play. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и услышимся, увидимся. До связи.